В жилом комплексе «Атлант» прошел новогодний семейный праздник. С наступающим Новым годом детей и взрослых поздравили главные зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Гостей праздника ждали хороводы возле елки, сладкие подарки. А также важная новость о строительстве еще двух современных корпусов в комплексе. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Семейные праздники, организуемые строительной компанией «Атлант», стали уже доброй традицией. Встретить Деда Мороза и Снегурочку пришли десятки мальчишек и девчонок вместе с родителями, бабушками и дедушками. Зимний волшебник вместе с помощниками подготовили для детей множество разных конкурсов. И, конечно, не обошлось без хоровода у нарядной праздничной ели. Что нравится? Что Дед Мороз приходит, я смотрю, когда он приходит, и играем. Молодцы организаторы, что организовывают для детей такие мероприятия, и они рады поучаствовать, поактивничать. Мы буквально вчера переехали сюда, сразу попали на новогоднюю елку. Скоро в квартале появится еще больше детей. Ведь здесь начнется строительство двух больших домов. По словам генерального директора компании «Атлант» Олега Коваля, жилой комплекс увеличится еще на 485 квартир, в котором будут учтены все потребности клиентов. Двухкомнатные квартиры будут с двумя санузлами и трехкомнатные то же самое. В каждой квартире будет по кладовке. У нас на 10 этаже будут высокие потолки. Мы для вас строим и будем создавать, и хотим создавать комфортную среду, чтобы вы здесь жили в этом жилищном комплексе с большим удовольствием. Строительство новой очереди домов будет финансироваться за счет средств «Газпромбанка». Как отмечает заместитель директора по развитию бизнеса в Тверской области Ольга Костина, это говорит о том, что застройщик выполнит все свои обязательства. Застройщики будут застрахованы тем, что все счета до момента сдачи будут храниться на счетах эскроу в «Газпромбанке», что также обеспечивает дополнительную защиту. И всем, кому нужна будет дополнительная помощь, также можем поставить свое надежное банковское плечо и предложить ипотечные программы. Компания «Атлант» – одна из немногих, которая все свои объекты сдает не только своевременно, но зачастую и досрочно. Создание комфортных условий для жильцов – один из главных принципов в работе компании «Атлант». Фирма нацелена на создание долгосрочных отношений с клиентами. А в завершении праздника все мальчишки и девчонки получили от Деда Мороза сладкие подарки. Взрослые дети зарядились настоящим предновогодним настроением.